Костанае осуждены 5 лиц, осуществлявших хранение и сбыт поддельных долларов США в Костанайской области и городе Астана. Гражданин Шарапиев осуществлял поставку, а сбыт на территории Костанайской области осуществляли Жакупов и Шаймердинов. На территории города Астаны сбыт проводили супруги Бердимуратовы. Из 30 тысяч поддельных долларов 28 600 установлены и изъяты в ходе досудебного расследования. За совершение указанных преступлений подсудимым вменялась статья «Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», а также статья «Мошенничество», поскольку имелись факты обмана потерпевших и незаконного получения их денег. Приговором суда Шарапиев приговорен к 5,5 годам лишения свободы в учреждении минимальной безопасности. Шаймердинов и Жакупов к 5,5 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности, супруги Бердимуратовы к 5 годам 2 месяцам условно. Агентство на постоянной основе проводит мероприятия, направленные на выявление фактов преступлений в сфере теневой экономики, подрыва финансовой безопасности государства.